Ребятулики, ребятулики, всем привет, мои дорогие, я всех приветствую на своем канале. Что удалось купить и продать за 2 дня? Значит, смотрите, вот такой огромный лот значков. Здесь 1500 значков. Вот, значки очень хорошо продаются. Ну, в принципе, у меня все хорошо продается, но... Такой вот лотик приобрел, интересненький довольно-таки. Так, вот у нас накладные, смотрите, что у нас получается. Вот продажи. Я все показываю, мне нечего скрывать, стыдиться. 28-29 числа. Есть тут и наложки где-то, 1000 гривен, где-то. Так, мазючку я продал. Сейчас я вам покажу. Давайте все по порядку. Так, еще там где-то 2 накладные лежат. Значит, давайте их уберем пока в сторону. Вот такой классный лот купил Бон. Здесь 500 штук, потом буду вам показывать. Вот такой огромненький лотик. Классный, соточки вообще новые здесь. Обалденные полтинники. Вообще кошерненько, очень, очень кошерно. Что удалось еще продать? Это полтинники 96-го, хорошо ушли, по 350 гривен. И ваша любимая мазючка, которая вот она, в бутылочке из-под кефира. Сколько удалось заработать? Удалось заработать, значит, чистая прибыль ориентировочно составила за 2 дня около 3800 гривен. Довольно-таки неплохо. Ну вот так, мои хорошие. Значит, сегодня у нас стрим 8 часов. Будет розыгрыш от аукциона Виолити. У нас будут разыгрываться иностранные монетки. Привет всем. Так, ребятки. Что мы еще сегодня разыграем? Мазючку на... в нашем стриме в 20:00. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайкосы. Начинающие блогеры, также не забываем заказывать пиар на свои девственные каналы. У нас есть уроки обучения антиквариату и нумизматике. Также по ссылочке вы можете перейти на мой инстаграм. Ну все, мои хорошие, король нумизматики и бог антиквариата вас приветствует и ждет сегодня на вечерний стрим.